Всем привет! Обычно вы смотрите советы на канале, а сегодня я хочу у вас спросить кое-что. Я знаю, что на канале очень много умных и мудрых людей. Вы только посмотрите, что выросло в горшках на открытом балконе. Я ничего не сажала. Земля из сада. И эти удивительные растения выросли сами, прошлым летом. Росли они компактными круглыми кустиками, что радовало глаза. Всю зиму они росли. Я живу на юге Украины. А сейчас вот посмотрите, какие они стрелы пустили. Это второй год этим растениям. Мне кажется, что это цветоносы они пустили. Вот бы узнать, что это за растения. Кстати, в саду точно такие выросли. И никто их там не сажал. На сорняки вообще они не похожи. Всю зиму растут. Напишите, кто знает, что это за растение. И как оно называется? Буду всем благодарна и спасибо за ваши ответы, советы и комментарии. С нетерпением жду. А если эти растишки зацветут, я обязательно сниму коротенькое видео и покажу вам всю эту красоту.